А сейчас, господа, я хочу, значит, напомнить об одной старой еврейской песне. Я услышал израильский мотив когда-то. Без нам не знал названия, ничего написал этот текст для Аркадия Ильича Звездина, Северного, а сейчас ее поет наш лидер нашего ансамбля, Митя, его зовут, чтобы знали. Так вот, я узнал позже название этой вещи, она называется «Да озарится взгляд очей твоих». Ну, вот сейчас напишу, стихи прочитаю, которые должны были бы идти впереди. Озарится, как зарится, свет очей среди ночей, темных и глухих. И спорхнешь ты, словно птица, пролетишь ты, пролетишь ты мечта в рай земной на небе. И дальше идет текст, который я когда-то пел дуэтом со Звездиным, с Северным, потому что он не мог запомнить мотив. Но Витя мотив знает прекрасно. Зато слова я знаю плохо, поэтому буду подпевать ему. Да, с поем дуэтом. Да. Я не уверен, что я помню мотив. Но эти слова точно, потому что, вы знаете, эти песни, они уже ушли в народ. И там слова немножко меняются, там, с течением времени, как в любой народной песне. Но вот сидит, собственно, автор. Итак, попробуем да озарится свет очей твоих. Или повторять, будь сыночек, словно птица.